Венгрия вышла из-под контрольного России Международного инвестиционного банка, штаб-квартира которого находится в Будапеште. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что деятельность банка стала невозможной после того, как Соединенные Штаты наложили на организацию блокирующие санкции. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло банк в санкционный список 12 апреля. Под санкции также попал глава банка Николай Косов и его заместители Георгий Потапов и Имре Ласлоцки. В американском Минфине заявили, что банк служил Москве механизмом для обхода санкций.